Вас приветствует здесь SL News. Мы находимся на стенде компании группы Metatron. Игорь ответит на несколько вопросов. Давай. Чем занимается ваша компания и какие новинки на вашем стенде? Ну, порядка 17 лет мы представляем на этом рынке термоусаживаемые материалы. Технология достаточно молодая. Термоусадка изобретена в 56 году. Сейчас она очень широкое применение имеет в разных областях науки, в быту. Вы встречаетесь с ней регулярно, практически вокруг вас она находится. Область применения очень широкая, то есть начиная от маркировки проводов для того, чтобы различить их, да, по цвету, и заканчивая изоляцией. То есть изоляция может быть как низковольтная, так и высоковольтная. Есть простые материалы, есть более сложные материалы, такие, которые защищают от агрессивной среды, от испарения нефтепродуктов. Это очень важно. При монтаже, например, вот причина, по которой мы вышли на эту выставку. То есть, это система наблюдения, это система охраны, это большое количество датчиков, большое количество соединений, которые находятся под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и влажности повышенной. Чтобы эти контакты не окислялись, должно быть очень герметичное соединение. Здесь, как нельзя, кстати, термоусадка. Спасибо большое. С вами были DSSL News.